Здравствуйте, друзья, добрый вечер. Знали бы вы, как прохладненько тут у нас. Ну да ладно, вот это наш плац, это наш бэк-ярд, и это вечер. И вы видите, что тут подсвечено, тут не просто так. Вот завершилась, наконец уже завершилась наша стройка. Потому что последним элементом нашей стройки было подсветочку запустить. Вот, пожалуйста, вот у нас беседка вся светится. Вот у нас сосенку подсвечивают. Вот у нас березку подсвечивают. Свет, там еще были лампочки, нет? Да, тут 5 лампочек. Так, пошли дальше смотреть. Вот подсвечиваются две сакуры, да. Ну, тут вот, ну, видно, что палка с листьями, но это сакура. Она тоже немножко подсвечивается, может быть, не так сильно видно. Вот, и тут подсвечивается еще одна сакура, а там подсвечивается, я бы сказал, забор, на котором ничего нету. Света? Там срубили. Срубили, да, там плохо росло. Там вырастет другое, ему там палочку поставили, там сейчас другое произрастает. Ну, в общем, вот так. А это просто дом светится так чуть-чуть. Поэтому мы вот на этом закончили. Все, друзья, стройка завершилась. Света, да, а ты можешь погрузить нас в темноту, выключив это все? Одним щелчком можешь? Двумя щелчками, давай. Давай двумя. Так, давай двумя. Так, тут прибор. Подожди, давай я хоть покажу прибор, чтобы люди видели. Тихонечко, тихонечко. Вот прибор. Так. Щелк, елка погасла. Ну давай все остальное. Вот тут. Да. Все. Ой, друзья. Подожди, а как же нам теперь идти отсюда? Да, это интересно. Ну, включи. В общем, мы, друзья, погрузились в темноту. Все. Видите, как бывает.